Я должна вам объяснить некоторые вещи, чтобы у нас получилось красивое изделие. Если в предыдущем нашем жакетике речь шла о таком фривольном изделии, которое не требует особой подгонки по фигуре, в свободном стиле типа болеро, но тем не менее мы его посаживали при помощи определенных там каких-то штучек, то сегодня речь пойдет уже о более таком структурированном изделии. И я сейчас вам расскажу, это все на самом деле очень просто. Вот такого вида будет жилетка по типу того, что мы делали с вами уже на нашей сумочке с маками. Вот здесь вот получаются такие шлевочки, в которые будет продеваться поясочек и притягиваться по талии. Будет такого же типа декор, как на сумочке. На примере сумочки вы уже убедились, насколько это эффективно. Теперь спинка этого жилетика. Вот, все точно так же, только вот здесь вот горловина по-другому. Если спереди у меня вот здесь вот V-образная такая горловинка, в моем случае, мне кажется, что это будет красиво, вы можете сделать, какой вы захотите. А спинка у меня вот такая вот кругленькая, просто обычная, близко к шее, там будет просто вот на то, чтобы свободно двигалась. Вот, рукава мы не делаем в данном случае, но в проекте я вам покажу, как делать эти рукава, вы можете потом пришить. Возможно, я это сделаю тоже, это изделие поношу вот в такой летний период с какими-нибудь блузочками, а потом возьму и пришью рукава. Опять же, не бойтесь этого слова «пришью», потому что их очень легко пришить. И тем более свалять отдельно от изделия тоже гораздо легче, чем, в общем, полностью в изделии. Теперь вот смотрите, сзади тоже здесь вот такие будут шлевочки, в которые будет продеваться поясочек. И за счет этого мы будем притягивать талию. Так как мы не можем с вами позволить здесь приталить изделие, поскольку я не планирую здесь никакой застежки ни спереди, ни сзади. И если я это все приталю, то тогда мы просто не поместимся, не пролезем в это изделие. Поэтому я планирую таким образом, чтобы у нас получилось приталенное изделие, но за счет каких-то хитростей. Вот одна из таких хитростей – это шлевочки и поясочек. К тому же этот поясочек будет у нас перекликаться с декором сумочки. Я планирую его сделать. Ну, во-первых, шлевочки, я уже вам сказала. А во-вторых, здесь будут вот такие вот маки, бутончики мака. Это будет единственное, что будет в нашем изделии от красных маков. Посмотрим, как мы будем валять это изделие. Поскольку это изделие у нас, мы можем и спинку здесь разложить, и потом перевернуть, и разложить здесь полочку. Поэтому нам понадобится шаблон, который будет повторять очертания в самой выступающей части. Ну, в данном случае у нас спинка, да, самая выступающая здесь. И вот здесь вот у нас больше, чем здесь, и вот тут вот, где у нас пройма для рукав, здесь тоже больше. Поэтому мы берем очертания спинки, обводим это все, и вот предполагаем, что вот такое будет у нас изделие. Теперь, поскольку я уже вам говорила, что при такой модели у нас может грудь просто не пролезть, вот здесь, если мы это все приталим, поэтому здесь спинка нарисована так, как она будет выглядеть уже в готовом изделии, но шаблон будет выглядеть несколько иначе. Когда вы определяете, какая у вас будет высота, вот берем самая верхняя точка у нас, вот где у нас горловина с плечом встречается, вот это самая верхняя точка, а самая нижняя точка — это низ изделия. Вот мы измеряем эту высоту и измеряем ширину нашего ширину спины. Но если у кого-то в бедрах там сильно широко, то вы тогда измеряете вот эту вот ширину. И тогда тоже руководствуетесь вот этой вот меркой. То есть мы уже выяснили, какой кусочек
вам понадобится, чтобы сделать шаблон. Вот, это мы откладываем, и теперь занимаемся нашими мерками. Что нам понадобится для того, чтобы изготовить шаблон для данного изделия? Нам понадобится, ну, высота и ширина мы уже выяснили, да? Теперь нам еще понадобится нам понадобится еще это расстояние от этой точки, от начала горловины до ее конца. Вот это вот расстояние, прямая линия. Вот ее надо отмерить и записать. Эту мы уже самую широкую точку, где у нас, от чего мы отталкиваемся, мы уже записали, да? Теперь нам понадобится высота вот от этой точки, где у нас плечо заканчивается, и до точки, где мы хотим, вот, чтобы у нас заканчивалась пройма. Если вы хотите поглубже, вы, ну, поглубже, чтобы у вас был жилетик, например, с глубокой проймой, вы возьмите это поглубже. Если вы хотите, чтобы это было, ну, более, там, рука прямо вот где там для свободы движение заложить и все остальное, чтобы было закрыто, то тогда вы, ну, в общем, вы определяетесь, какая вам нужна, какое вам нужно расстояние вот от этой точки и вот до этой точки, прямая линия, да, прямая линия, и потом вы будете вырисовывать вот здесь вот уже рельефы. Но пока что мы говорим о прямой линии для шаблона, чтобы нам создать этот шаблон. Эту точку вы записали, да? Теперь вот это вот расстояние от вот этой точки горловины до противоположной точки горловины вы выяснили. Потом вы будете вырисовывать горловинку, и в этой линии вы найдете центр. И от центра вы найдете точку на талии. Нам нужна вот эта вот высота. Нам нужна будет мерка ширина плеча. Вот это вот все мы с вами выяснили, записали. Теперь хочу обратить ваше внимание, что шерсть усаживается вот в этих вот местах, вот этих вот горловина, пройма, она усаживается не так, как вот на основном полотне. Поэтому будем рисовать шаблон, на котором будем валять, совершенно по-другому, чем вот эта вот модель, которую я вам тут нарисовала. Шаблон, на котором мы будем валять, вот посмотрите и не пугайтесь, как он выглядит. Видите? Он выглядит по-другому. Знаете почему? Смотрите, вот здесь вот на горловине и на пройме шерсть по-другому усаживается, как я уже сказала. То есть она практически, вот эти вот места остаются практически неизменными. Потому что, ну, здесь нет куда тянуться этой шерсти. Она тянется за шерстинками. Но поскольку здесь нет шерстинок, сюда она не тянется. И поэтому она стягивается вовнутрь. Вот так вот. А здесь, если мы положим все правильно, кромочку, то останется просто неизменная величина. То же самое касается проймы. Поэтому, когда мы говорим уже о шаблоне, для того, чтобы у нас свалялось изделие таким, как нам надо, оно уже дает усадку, да, шерсть дает усадку. А вот в этих местах, о которых я вам тут рассказала, усадки не будет. Поэтому нам нужно все это учесть. И тогда, когда мы делаем шаблон, мы оставляем вот эти вот мерки одинаково, так как было там. Ну, я тут добавила для, просто для смелости, плюс 1 сантиметр, если оно там усядется по длине немножечко. Ну, в общем, я добавила по 1 сантиметру. Я просто психологически, чтобы самой успокоиться и, ну, как бы обмануть мозг, получается, да? Потому что он же не понимает, как это так бывает. Здесь тянется, там не тянется. Это не сыграет для меня какой-то роли, я это манипуляциями какими-то там специальными, чтобы усадить шерсть, растянуть, я это все подгоню по моему размеру, а дальше остальное все заложу так, чтобы добиться вот моего результата такого, который мне нужен. Вот посмотрите, что происходит. Поскольку вот эти вот
места остаются неизменными, а все остальное мне надо увеличить. Например, вот размер плеча, он был здесь у меня 12, а если я добавлю 45%, у меня получается здесь 17. Вот и получается, что здесь практически ничего не меняется, а здесь меняется. И оно будет давать усадку вот так. Поскольку я буду здесь прокладывать шерсть таким образом, чтобы здесь прочно оно было, я здесь положу прямую линеечку. И она будет у меня давать усадку. И мне нужно, чтобы было немножечко наклон плеча. То есть мне нужно увеличить этот наклон, чтобы добраться до вот этой вот проймы, которая останется неизменной, да, вот я ее делаю маленькой. Вот это плечо длинное, а здесь маленькое. Я должна ориентироваться на вот эту вот мерку, потому что мне нужно, чтобы у меня пролезло сюда все, плечи там пролезли, грудь моя пролезла через вот эту талию. Мы же надеваем это изделие, вот мы должны вот сюда вот влезть. И поэтому мы делаем вот эту вот мерку самой широкой, да? И на талии мы ее оставляем. Вот, она должна остаться такой же, как здесь. Вот я добавила сюда. Здесь будет нормальная усадка 45%. Я добавила к моим 50, я добавила 45%, получилось 80%. Я записала эту мерочку, отмерила ее. И вот на талии я сделала то же самое. Ну, на бедрах я оставила тоже, поскольку у меня будут разрезики, здесь не принципиально. Я просто взяла ровный кусок и из него теперь буду лепить. И я буду делать вот эти вот формы мои, буду добиваться за счет выточек. Выточки тоже можно сделать, ну как, они будут не выточки, а заложена специальная раскладка, вот такой вот горизонтальный. У нас же шерсть по длине садится, вот я заложу вот так вот, чтобы это стянуло мне шерсть. И тогда оно ужмется вот с этой стороны, с этой, и даст мне такие выточки. А когда я буду надевать, оно все равно мне, ну, как бы шерсть же тянется. В общем, я пролезу. Я приталю при помощи вот этой вот раскладки немножечко, ну и вставлю поясочек сюда. Получается, что мы делаем просто вот здесь вот плечи приспускаем. Вот здесь вот мы делаем маленькие проймы, как на нормальный размер. Здесь мы делаем горловинку как на нормальный размер, остальное увеличено. К тому же талия у нас будет такого размера, как ширина спинки. Ну, в общем, вот такой вот получается квадрат. И здесь вырисовываются вот такие вот смешные формы. Чтобы нам найти вот эту вот точку, нам надо просто оттолкнуться от центра груди. Мы вот находим линию талии, линию груди, и мы смотрим, сколько там у нас от линии груди, вот расстояние должно быть от вот этой вот точки, которая линия проймы, до центра груди. И вот мы так находим вот это вот расстояние, да, и конечно же, прибавляем к этому расстоянию 45%. И тогда и от этой точки мы уже вымеряем вот это ровное расстояние, вот ровное расстояние длины нашей проймы, которую мы в самом начале нашли, да, вот мы вымеряем его, ставим эту точку. И длина плеча, чтобы она сошлась, да, здесь получается 17, длина плеча с расчетом, что плюс 45%. И потом мы находим от этой точки, и вот сюда еще высоту, натуральную высоту нашей проймы. Вот она у меня 25. Потом от этой точки мы делаем углубление, потому что пройма у нас не прямая линия. Вот мы вырисовываем эту линию. Вот такой вот получается причудливый шаблон. Кусочек пленки, на которой я буду делать шаблон. Он у меня тех размеров, которые мы с вами выяснили, да? Я рисую здесь вертикальную линию по центру и складываю пополам. И буду работать только с одной стороны пока что. Потом переверну это и сделаю в зеркальном отражении копию. И таким образом у меня получится нужный мне шаблон. Итак,
Начнем с того, что отмеряем горловину. Этот размер, который уже соответствует нашим размерам плюс 45%, сейчас мы работаем только с этими размерами. Теми размерами, которые мы будем переносить на шаблон. Итак, получается, что вот эта вот длина горловинки, еще раз мы делим ее пополам. У меня тут было 17, вот мы пополам делим, и я здесь отмеряю. Для этого мне понадобятся некоторые инструменты. Вот я буду пользоваться вот таким вот уголочком, маркер, который смывается водой. Естественно, какой-нибудь сантиметр, которым я буду отмерять. Вот чтобы провести длинные линии, нужна длинная линейка. Вот такие вот инструменты самые обычные. Итак, отмеряем. Видите, вот у меня 8,5. Вот. Это в результате мои 17. Я вот отмерила. И потом взяла и провела вот здесь. Вот эта спинка у меня, да, я рисую сейчас по спинке горловинку. Ну, то есть я взяла ее, нарисовала. Все, первая линия у меня появилась. Вот, значит, я нашла вот эту вот линию, но это у меня будет по спинке. И теперь выворачиваю наизнанку мой шаблон, развернула. У меня здесь просвечивается вот эта вот линия, и мне видна эта точка, откуда у нас идет пройма. Пока что я просто поставила здесь точку, от которой я буду отталкиваться. Дальше я должна здесь найти линию груди и линию талии, провести их. Вот они у меня там есть, высота я отмеряю от самой верхней точки и нахожу. Вот у меня здесь линия груди, а вы смотрите, какая у вас там линия груди. Я ее нахожу, и линию талии я тоже нахожу и провожу здесь линию. Дальше мне нужно найти центр груди. У вас там есть эти показатели, у меня они тоже есть. Мы находим центр груди. Если у вас... Так, мы находим центр груди, проводим вертикальную линию. Мы находим вот ту точку, от которой начинается рельефность нашей груди, и нижнюю точку мы тоже находим. Мы ее обозначаем. Вот он, центр груди. Эти точки у нас уже обозначены. Нам нужно еще нарисовать горловинку. У меня она будет такая V-образная, и она будет заходить немножечко глубже, чем у меня тут начало, вот эта вот точка груди. Ну вот примерно вот так вот я ее рисую. Примерно вот так. Я ее нарисовала. Дальше. Нам нужно вот отсюда вот, нам надо найти место, где у нас окружность груди. Вот получается, что вот здесь вот, да, она окружность груди. И здесь, где мы начнем делать рельеф. Для этого вы посмотрите, где у вас начинается вот это место, где у вас косточка на бюстгальтере. Вот вы находите эту точку. Ну, например, это здесь, да? И здесь это вот так вот. Вот, к примеру, да? Вот, мы находим это. Здесь мы берем чуть выше. Получается, вот, вот примерно, да, мы очертания эти, мы представляем их, да? Но здесь мы берем немножечко выше, с запасом. Вы потом увидите, почему. Ставите вот эти точки. Дальше, вот от этой линии груди мы находим, где у нас начинается пройма. От линии груди вы высчитываете, сколько там у вас сантиметров, то есть вам нужен вот этот вот еще размер. И, естественно, прибавляете 45%. Вы можете взять поглубже пройму, вы можете взять помельче пройму, но только смотрите, чтобы у вас там был запас для свободы движения. Вот я поставила эту точку. Я, например, взяла для себя, я решила, что у меня будет пройма 25 по высоте. Не вот по рельефу, а по высоте, вот по прямой линии 25. Я это отмеряю. Вот у меня 25. Я поставила вот эту точку, да, поставила. Я знаю, что у меня плечо должно быть под наклоном. Ну вот у меня же плечо будет подсаживаться, да, то есть у меня...
в нормальном состоянии это плечо 11, там 12, когда я захочу. Но вот когда я добавляю 45%, у меня получается тут плечо 17. Вот я ставлю вот эту точку, и я понимаю, что плечо у меня должно быть под наклоном, чтобы здесь получилось, ну, оно же немножечко покатое, это плечо, оно же не параллельно земле, оно наклоняется. Вот я его наклоняю, это плечо, но линия удлиняется. И потом вот эти вот точки я должна соединить. Но соединяю, допустим, по спинке, там у меня будет другая линия, а здесь я вырисовываю такую линию, чтобы вот здесь вот у меня под мышкой, да, чтобы у меня была тут, ну, такая округлость, чтобы легло это все по фигурке. Вот я рисую вот так вот, от этой точки вот сюда. Потом мы будем это посаживать. Вот, это я нарисовала спереди. Для людей шьющих, они увидят, конечно же, отличие от шаблона, на котором мы раскладываем ткань, чтобы пошить изделие. Дальше возвращаемся к груди. Я хочу, чтобы у нас тут сформировалось так вот это место для бюста, как оно в природе должно быть. То есть хочу это заложить уже. Есть вопросы от тех зрительниц, которые сами валяльщицы и понимают, как делать изделие, понимают, что нужно сформировать грудь. Есть шьющие женщины, которые смотрят и думают, как же тут вот сделать это все, чтобы оно было... Вы же понимаете, что изделие должно сесть красиво по фигурке. И вот я решила сделать объемным это место за счет 3D-шаблона. Мне понравилось в последнее время работать с этими 3D-шаблонами. Просто в результате получается изделие, которое не нужно посаживать. Оно уже априори вот здесь вот принимает ту форму, которая нужна. Для того, чтобы осуществить вот эту мою идею, мне нужно вымерить высоту груди. То есть, если вот брать от плоскости, то мне нужно вымерить, ну вот, высота груди, допустим, вот так. Вот мне нужно вымерить вот это вот расстояние. То есть вы ставите сантиметр на ваш, ну, например, на косточку бюстгальтера, и потом здесь вот, вот здесь вот в пространстве вы ставите какой-то ограничитель, и вы вымеряете высоту. Вот тут вот ваш центр груди, вы вот так вот прямо ставите линеечку и вымеряете, какая высота у вас груди. И вот это значение вы записываете, и, естественно, чтобы получить вот этот вот шаблон, вы добавляете 45%. Вот смотрите, что в результате, что получается. Для того, чтобы изготовить вот этот вот шаблон, мне понадобилась высота груди, и вот в плоскости мы измеряем длину, вот от начала и до конца, и слегка заходя за пределы, чтобы сделать плавную линию. Естественно, я изготовила два таких шаблона, я буду это пришивать. Это еще не все. Я ведь хочу посадить мою жилетку по моим формам, и хочу, чтобы вот в этом месте, в талии, когда буду я надевать, чтобы я легко туда вот пролезла, потому что нет ни пуговиц, ничего. Поэтому я это буду делать при помощи усаживания шерсти. Вот здесь, где у нас нижняя точка груди, это не доходит до талии. И вот тут вот начинается, ну вот смотрите, если мы делаем вот так вот рельеф, вот так вот идет грудь, потом дальше идет талия. То есть получается вот такой вот рельеф. Значит, здесь мы уже справились с этой возвышенностью. Теперь нам надо углубить. Для того, чтобы углубить, мы берем и вот так вот раскладываем шерсть. Вот я рисую. Раскладываем шерсть так, чтобы вот здесь она тянулась вот так вот по горизонтали и дала мне выточку. Если бы это в швейном изделии было, то это была бы выточка. Вот я ее делаю таким образом. Здесь я поглубже беру, здесь, если бедра у меня там покруче, то я
это делаю вот таким вот образом, да, здесь покороче. Ну, в общем, вот так вот я сделала эту выточку. Я заложила это вот тут вот, где у меня грудь, и я хочу заложить ее еще вот начиная от вот здесь вот, от линии груди, я хочу сделать по талии эту выточку. Ну, вот я ее вот отсюда рисую так, чтобы здесь поглубже было. Ну, если бы я рисовала это в пространстве, ну, вот если бы я так вот рисовала, то я вот так вот, да, нарисовала. Вот, вот так вот. И я таким образом и заштриховываю. Мне нужно будет здесь положить вот таким образом шерсть, чтобы она у меня стянулась и дала здесь вот усадку, которая поможет нашему изделию сесть по форме. Вот с той же стороны вы просто берете, переворачиваете и обводите. Я это буду пришивать. Как вы это будете делать, не знаю, вы можете закрепить удобным вам способом. И я прорисовываю еще горловинку. Вот у меня горловина. Я ее прорисовываю. Вы можете сделать горловину кругленькой, квадратненькой, или глубже, меньше. Это вы сами выбираете. Учитывайте, что вот здесь вот горловина тоже может... Она останется вот примерно такой, как она есть. По тому же принципу, как вот мы вот эти вот все места вымеряли с вами. Дальше я разворачиваю на спинку. Ну, в общем, она прозрачная, но я должна вырисовать спинку. Единственное, что нам нужно сделать на спинке, это посадить по фигуре и нарисовать горловинку. Она как-то по-другому называется в швейном изделии, я забыла, вы меня простите. Я же не закройщик. Итак, здесь... Все это я повторяю, но только вот мне нужно иметь в виду, что когда я делаю пройму, то спереди она будет глубже немножечко, чем сзади. Она отличается не сильно, но, в общем, вы будете помнить об этом, когда будете раскладывать. Вот вы раскладываете сначала спинку, она вот идет вот так вот, да? Вот так вот, она почти ровная там. А когда уже будете раскладывать полочку, вы будете помнить, что здесь должно быть углубление. Вот так вот. То есть я тут вырисовываю спинку. И тут вырисовываю спинку. По этим вот линиям, да? Чтобы когда мы будем раскладывать, чтобы мы точно это все разложили так, как должно быть на спинке. И еще мне нужно, вот у меня центральная линия, мне нужно будет на вот этих вот местах, где у меня на спинке должны тоже быть выточки. Ну, в общем, я переношу вот эти вот выточки боковые. Боковые выточки я просто повторяю, они будут одинаковые, да, они просто будут переходить одна в другую. Вот. А вот эти вот выточки мне нужно будет продлить. У нас же нет здесь выпуклости, у нас есть наоборот здесь прогиб. У кого-то он побольше, у кого-то поменьше, вы можете сами потом уже регулировать. Мне вот нужно будет это все вот прям до линии груди вот так вот сделать. И тут вот будет у меня немножечко по-другому. Вот смотрите. Самое большое углубление у меня получается вот в этом месте. Выше линии талии начинается вот это вот самое широкое место, а потом начинает сужаться. Вот так вот. Спереди немножечко по-другому посаживается изделие. Ну, если вот эти вот все тонкости вы заложите, вам будет проще потом формировать. Ну, все, все. Здесь вы будете прокладывать вертикальную, вот по периметру, по всему
вы будете прокладывать, вы уже знаете, да, наверное? Ну вот и все, и переносим это на обратную сторону. Все вот эти наши линии, которые надо будет положить вот в горизонтальном виде. Переносим. Видите, ничего сложного нет. Ниточку, иголочку и просто прошиваю. Здесь оставила хвостик, я потом вернусь и завяжу здесь, чтобы ничего там не распустилось. Я прошиваю просто вперед иголочкой вот такими вот крупными стежками. Вот я дошла до края и возвращаюсь в обратном направлении. Возвращаюсь между стежками. Вот там, где у меня была поверху нитка, теперь она понизу идет. И таким образом мне получается они плотненько, вот этот шаблон будет плотненько прихвачен ниточками с обеих сторон. Вот я дошла до края, вытащила эту ниточку и я завязываю на несколько узелочков, чтобы не развязалась. И вынимаю эти мои иголочки, которые мне помогли, булавочки, которые мне помогли это закрепить. И то же самое, естественно, я сделаю с другой. И вот у меня уже здесь шаблон в 3D формате. Вот, пожалуйста.